Петров, 15-летний воспитанник Тамары Алексея Мишиных. В этом сезоне у него первое место на этапе в Таллине и второе в Любляне. И вот лучший результат он показал в карьере. 75 и 74 балла. Тройной флип, тройной тулуп. Тоже очень хорошо. Да, конечно, досадное падение на тройном Луце. Как минимум 3 балла он потерял на этом падении, если не больше. Ну вот если бы все было чисто исполнено, то вполне бы он мог побороться за лидерство Сото Ямамото. А сейчас все-таки это сделать трудно, потому что мы видим, что за техническую оценку он уступает довольно много. Все очень хорошо начиналось, и тройной аксель был исполнен безукоризненно, и каскад, тройной флип, тройной тулуп. Вот этот замечательно просто исполненный тройной аксель. Каскад. Одно вращение четвертого уровня, два третьего и дорожка шагов третий уровень. И вот этот самый злополучный тройной Луц. Хотя бы он остался тройным.
оценки за компоненты. У него в районе 6,5 баллов. Самая высокая это хореография, 6,68. По интерпретации даже выше, 6,79. Александр Петров ha conseguido en el programa corto una valoración total de 70,7. Он второй. Вот он выиграл. По второй оценке он немного выиграл. Это полбалла у Сото Ямато.